friendship need that now boost. They can call about. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Фу. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Пошебуршай по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Ну все, давай наверх. Thank you.
только наляжем. Тянем, потянем. Добрались, товарищ полковник. Что это за шум? Слышите? Какого черта? В круг! Быстро! Что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь. Проснулся, наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Идем, Артем, пойдем. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Давай послушаем Хантера.
Посторонним нельзя. Петр. А, извините, не узнал. Проходите, товарищ Сухой. Здорово. Никаких улучшений. Этим утром скончались. Черные убивают не сразу. Но они Боже, когда же это на мозг? Душу рвут. Я больше не могу. Люди сходят с ума. Не могу. И умирают. Добраться. Добраться. Не выходит. Нет, нет, проваливайте, не трожьте меня. Хантер. Рад видеть тебя, сэр. Здравствуй, Артем. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что умеет твориться? Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают. Вентиляционную шахту. Туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Вперед, пошли! Артем, бери оружие. Здесь. Артем, хватай пушку. Черт, где же они вылезут? Больница рядом. Запах крови. Следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот, это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в
госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мы напали! Прежний блокпост уничтожен! Дьяволу известно, что творится с последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день в Крижское уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Кондуктор, нажми на тормоза, я к маменьке родна. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружение и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, кушает компот! Вот стоц, перевертоться, ей мечтать снова! Вот стоц, перевертоться, пережить налет! Прекрасная музыка. Где ты вообще эту запись нашел? Извини, Артём. Пришлось заплатить хренову точку. Только дозорные могут пройти. Точно не жалеешь, что ты меня? Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Здорово, Артём. Как же меня достало все это! Чего я терплю? Ну, говорила мне мама держаться. А теперь давай нарисуем что-нибудь. Говорила, что ты дебил, неудачник. Например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? Мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, ой, посмотри-ка, кто тут такой чистюля. Так под ноги смотришь. Я же просил тебя никуда не отходить. Знаешь, как я за тебя волнуюсь? Никогда, никогда больше не делай. Вот, посмотри. Эй, давай, побежали! Опять наш хаос. Давай, вставай, скотина пьяная. Ты чё, блин? Туннель с пустым уровнем. Привет, Артём. Дуй вооружение. Что тебе надо? Зип родился с калашом в руках. Солдатами становится. Поросячьи уши. Засолите свежие уши. Если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана. Ну-ка, отвали. Вот и вся наука. Давай, двигай. Артём, Господи, с алкашом ведь живу. Иди в оружейную. Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту.
стреляет криво, перегревается в 2 секунды, поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжает. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, хоккей. Попробуй свой арсенал, просовывайте. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойны. Артем, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые. Жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Какая вырезка, а? У меня выбор, как в Пентагоне. И все довольны. Я все... Это как я все укладчика парашютом. Свинина! Свинина! У кого свинину? Привет. Все в норме. А что, жалуемся? И после войны, ну, еще когда единая система управления. Помню, читал где-то, что Калашников очень гордился своим изобретением. Гордился тем, что... Проваливай, Артем! Открыть, что ли? Кто там? Артем, ты что ли? Не все в порядке? Дома. Прости, я тут маленько занят.